Бисмиллахи рахмани рахим. Меня зовут Марат Бисенов. Я являюсь директором ТО «Акмалатранссервис-3», город Акколь. Хотелось бы поделиться с вами своими впечатлениями, тем опытом совместной нашей работы с юридической компанией «Диктатура закона». У нас в нашем предприятии была такая практика, что на протяжении очень длительного времени нашей компании требовались юридические консультации, конкретная юридическая помощь. Столкнулись с проблемой, обратились к одним, к другим. И в процессе наших обращений, в процессе нашей совместной деятельности приходили к выводу, что все же услуги эти оказывались не совсем профессионально. По многим позициям нас это не устраивало. До тех пор, пока по воле Всевышнего мы не познакомились с компанией «Диктатура закона». И вот мы с ними работаем с того самого момента. Это не такой длительный срок, но за этот короткий, можно сказать, срок в нашей компании сложилось такое впечатление, что мы наконец-то нашли ту самую компанию, чтобы они как бы удостоили нас такой чести работать с нами, чтобы мы были постоянными ихними клиентами. Поэтому всем слушателям, всем тем, кто нуждается в юридической помощи, я официально заявляю о том, что вы можете обратиться, и рекомендую данную компанию как высоко профессиональными, очень активными, дееспособными. Самое главное для меня, как для руководителя, это доступность информации. В любое время дня и ночи я знаю, что я могу обратиться, получить от них консультацию. И всегда надеюсь, что буду получать такую же хорошую помощь, какая уже была оказана. Поэтому всем рекомендую юридическую компанию «Диктатура закона».